В Нижнем Новгороде прошла медиашкола «Артирегион», которая совместно с Домом народного единства провели мастер-классы, практические тренинги и семинары для региональных журналистов и блогеров. Мы сами понимаем, что сейчас интересно, что сейчас на поверхности. Всех интересует Телеграм, всех интересуют юридические, правовые вопросы, всех интересуют соцсети и личные бренды, и бренды СМИ. Ну, то есть это все очевидно, это все на поверхности. И спикера, соответственно, мы подбираем тех, кто специалист в этой области. Уникальный экспертный контент, регулярность публикации и небольшой объем материала. Вот три кита, на котором держится успешный телеграм-канал. Об этом говорили на новом дне медиашколы России сегодня. Как его развивать с нуля, без бюджета, это важно. Как писать, какие ошибки при ведении и развитии телеграм-каналов. Ну и какие-то вещи, сервисы, полезные советы, которые помогут в ведении и развитии Телеграма. Создаем свои новые площадки. Это Рутюб, который, я надеюсь, будет развиваться. Ему есть куда развиваться, но тенденция, по крайней мере, уже наметилась. Другого выхода у нас нет. Но это Телеграм, который дает нам тоже новые возможности, в котором минимум сейчас цензуры. И каждый человек может создавать свои каналы, к чему я всех и призываю, и продвигать свою какую-то повестку, не боясь ничего. Старайтесь развиваться везде планомерно, на всех площадках, где минимум цензуры. Сейчас на западных площадках ее максимум, в связи с обстановкой и без этого. Поэтому ищите какие-то российские площадки. Я уверен, что скоро они сделают качественный рывок. На мастер-классе обсуждают, как работать с аудиторией, как ее понять, почувствовать и удержать. Подход универсальный, применим к пресс-релизам, личным блогам и телевизионным сюжетам. На мастер-класс съехались коллеги со всего региона. Для меня интересно, то есть любая новая информация, которая здесь дают. Она мне очень интересна и полезна. И будет использована как бы в моей деятельности сейчас и далее. Мы приехали из города Княгинино вместе с коллективом. Насчет обучения в школе РТ, как раз таки, которая сейчас проходит, я считаю, то, что это повышение компетенции, как нам правильно позиционировать себя и как правильно доводить информацию до читателей, до подписчиков. Это как раз-таки та основа, которая нам необходима. Участие для журналистов бесплатное, нужна только предварительная регистрация. Мастер-класс включает 3 сессии. По 2 дня в сентябре, октябре и ноябре. Журналисты RT и приглашенные спикеры будут делиться опытом с нижегородскими коллегами. В следующий раз RT-школа приедет в Нижний Новгород 30 сентября и 1 октября и 12-13 ноября. Служба информации, Юлия Короткова, Алексей Заволов.